22 июня – День памяти и скорби. Одна из самых трагичных дат в истории нашей страны. 81 год назад в этот день началась Великая Отечественная война. В 4 часа утра фашистская Германия совершила нападение на Советский Союз. Враг нанес удар без объявления войны, рассчитывал на быстрый исход, разгромить нашу страну за несколько месяцев. Но советский народ выстоял. Благодаря его мужеству и стойкости удалось добыть победу и подвиг героев навсегда в сердцах благодарных потомков. 22 июня памятные акции проходят по всей стране. И в Щелкове у мемориала «Аллея памяти» в этот день собрались люди от мала до велика. Глава округа Андрей Булгаков, ветераны, местные депутаты, юнармейцы и жители Щелкова почтили память героев, не вернувшихся с поля боя минутой молчания. Война унесла более 27 миллионов жизней наших соотечественников. Безвозвратные потери Щелковской земли – 8345 человек. У мемориала в этот день состоялся молебен об усопших воинах, отдавших жизнь за Родину. В конце церемонии все участники возложили цветы к вечному огню. Помнили о своей Родине. Родина у нас одна. Это мое святое место. Запомните это место. И когда что-то не ладится, придите сюда, посидите здесь немножко, и будет все нормально.